понедельник, 1 мая, вы сможете посмотреть двухсерийный детектив под названием «Некрасивая подружка. Ищите женщину». В ней жизнь скромного школьного учителя Ануфриева казалась скучной, пока он не погиб при весьма странных обстоятельствах. И тут выяснилось, что о нем никто ничего не знал. Каждую ночь он в одиночестве ходил по городу, как будто искал кого-то. А в его квартире явно жила какая-то женщина, которую никто никогда не видел. Но самым неожиданным оказывается его завещание, с которого и начинает разматываться клубок всего расследования.